Теперь хочу поделиться парой мыслей по поводу комментариев, которые мне пришли вообще касательно подготовки к ШАДу, поскольку эти комментарии могут быть полезны ребятам не только тем, кому интересен ШАД, а кому интересно, например, учиться за границей. Или кому интересно попасть в какую-то сильную компанию, типа Google или McKinsey. Или кому интересно вообще добиться какой-то цели, которая непонятно как добиться, и которая обычно никого не получается. Так, первый комментарий был, на самом деле, очень ценный комментарий, и я благодарен человеку, который его написал, потому что обычно такое не пишут, но думают. Комментарий «ты не пройдешь». Ты не пройдешь. На это у меня есть, на самом деле, 4 поинта. Первый – это да, скорее всего, это правда. Скорее всего, я не пройду, потому что бэкграунд у меня слишком слаб для технических вопросов, которые встречаются здесь в экзамене. И, возможно, его не хватит. Скорее всего, не хватит. Второй поинт – это то, что... То же самое говорили про Стэнфорд, когда я поступал, и то же самое говорили про McKinsey, когда я шел в McKinsey, говорили, ну ты не пройдешь, скорее всего, ты не участвовал в кейс-чемпионатах. Или в Стэнфорд ты не пройдешь, ты не предприниматель. Или то же самое мне говорили, когда я шел в МГИМО, ты не поступишь в МГИМО, потому что у тебя родители не олигархи, не дипломаты. Ох, какой ужас. Я, конечно, первое время переживал по этому поводу, расстраивался, но потом, когда поступал или какой-то добивался цели, я понял, что это не имеет большого значения. Это третий поинт. Люди, когда говорят вам, что у вас что-то не получится, не обладают всей полнотой информации, которой обладаете вы. И вы гораздо лучше знаете свои шансы, потому что вы знаете, какие там будут вопросы, вы знаете сложности, с которыми вам придется столкнуться, и вы знаете ваши способности. Другие этого знать не могут, просто потому что они вас так близко не знают. Поэтому никогда не стоит очень большое внимание уделять людям, которые говорят, что не получится. Их стоит слушать, потому что здесь бывает рациональное зерно и могут дать ценный фидбэк. Но этот фидбэк никогда не должен влиять в итоге потом на ваш результат. Ну и еще самый главный, наверное, поинт – это то, что да, я, скорее всего, не пройду в этом году. Но если цель важная, к ней можно готовиться и в следующем году. Можно попытаться через год, и там, когда у меня будет уже вся эта папочка заполнена со всеми задачами прорешенными, мне гораздо легче будет подготовиться. И когда у меня будет год на подготовку, там даже, может быть, не так интенсивно, но тем не менее, конечно, шанс мой будет выше. А если цель важна, то какая разница, когда ты ее добиваешься? Добиваешься ли ты ее в этом году или ты добиваешься в следующем? Какая нафиг разница? Отличный пример – это Макс Сапожников, с которым у меня недавно было интервью. Вот его не взяли в первый раз в Стэнфорд. Так он через 2 года попробовал, его взяли. Потому что он упорный парень, потому что он с головой, и потому что он движется к своей цели. То же самое сейчас было с одним из наших выпускников, которого взяли в McKinsey на позицию Fellow Associate. Почему взяли? Во-первых, потому что он парень с головой, с хорошим опытом, а во-вторых, потому что он готовился к этому 2 года почти. Ну, не 2, окей, скорее 1.5. Он занимался у меня на курсе еще в феврале, потом дальше сам готовился, потом пришлось сделать перерыв, потом в январе уже этого года, февраль был прошлого, еще раз все прорешал, потом пошел еще на курс по структурированию, потом еще подготовился, и в итоге все вот это вместе сложил, и, конечно, он прошел интервью, потому что мало кто может сделать так, как он. Я собираюсь брать пример вот с этих людей, с Макса и вот этого моего студента, потому что если долго мучиться, цель достигнешь. Но нужно быть готовым долго мучиться. Мало кто готов. Вот что касается, почему не пройду, что я думаю по этому поводу. Еще один вопрос. ШАД для гиков, и ты растеряешь все коммуникационные навыки, а мог бы потратить время на нетворкинг. Но тут сразу возникает вопрос. Ведь я иду ради нетворкинга. Я иду общаться с этими гиками как раз. И я иду у них учиться. И стать скорее вместе с ними частью какой-то, не знаю, команды, можно ли так сказать. В общем, построить с ними отношения. Лучше знакомиться с людьми там, где они занимаются какой-то плодотворной креативной деятельностью, а не там, где они занимаются всякой фигней. Вот на нетворкинг-эвентах чаще всего, к сожалению, не всегда, но чаще всего бывает занятие фигней. Приходит куча людей, у которых подвешены языки, но которые не умеют делать работу, и они друг с другом знакомятся. Как бы и здесь я не могу принести большую пользу, потому что да, я человек, который чешет языком, но при этом не может делать дело там, с точки зрения написания кода, например. И большая синергия бывает, когда человек, который чешет языком, встречается с человеком, который умеет делать дело, поскольку тогда они вместе уже что-то могут сделать. Поскольку несколько человек, которые умеют делать дело, но делают это поодиночке, вряд ли что-то смогут построить ценно.
так и люди, которые только говорят, вряд ли что-то смогут сделать ценное. А когда они объединяются, в этом есть синергия. Собственно, эта синергия как раз я и ожидаю в Шаде. Поэтому для меня это такой же нетворкинг, это очень важный нетворкинг, и, наверное, поважнее, чем если бы я ходил просто на какие-нибудь встречи выпускников университетов. Так, можно обойтись без Шада. Просто посмотри видео на Курсере. Ну, видео на Курсере, это, во-первых, опять нет никакого нетворкинга, про который я только что сказал, и, во-вторых, это достаточно устаревшие видео и на какие-то общие темы. То есть, если я хочу разобраться, как писать на Питоне, например, да, я прошел цикл курсов по Питону на Курсере, да, мне это помогло, я там начал что-то писать на Питоне. Но если я хочу разобраться в глубинах NLP, Natural Language Processing, и распознавания картинок, и чтобы потом из них извлекать эмоции и из них извлекать какие-то поведенческие паттерны, я не смогу это сделать на Курсере. Мне нужно сделать что-то, мне нужно изучать что-то более глубокое, более передовое. И здесь как раз Шад будет более глубоким и более передовым источником информации. Так, и четвертое, наконец, это что есть альтернативы Шаду, зачем войти в Шад. Можно все учить по книгам самостоятельно, по статьям научным, либо просто найти себе CTO. Хватит уже не парься, не занимайся фигней, найди себе CTO. По книгам. Учить по книгам, конечно, можно. Но проблема в том, что быстро забиваешь. И нужна очень сильная дисциплина, нужен какой-то пинок, чтобы ты занимался сам. У меня иногда получалось такое делать, и, возможно, если я не попаду в Шад, это будет один из вариантов. Но лучше все-таки это быть в окружении людей, которые вместе учатся, и вместе с ними тренироваться. Собственно, ради этого мы и курсы организуем, потому что так получается гораздо эффективнее. Что касается CTO, ну да, было бы круто найти CTO, но попробуй его найди. Это, по сути, найти напарника в бизнес – это то же самое, что и найти себе супругу или супругу. Это очень непросто, и нужно с многими людьми переобщаться, чтобы потом понять, что вот он тот самый человек. Когда найду – отлично, пока не нашел. Так, ну, собственно, все. Следующий апдейт будет после 15 мая, когда я расскажу, прошел я в итоге этот онлайн-тест или не прошел, и что я сделал за там, последующую неделю. Опять, если будут вопросы, буду очень рад услышать, буду очень рад обсудить, так что пишите. А пока что всем пока. Счастливо, ребят!